На работе молитесь за своих коллег. На работе молитесь за своих начальников, которые дают вам работу. Пусть вы одна в этом коллективе, а это только Господь знает, насколько, в какой мере. Православная. Господи, ты мне открыл глаза видеть мои, эти гидры. А им-то еще, пока не коснулась благодать твоя, Господи, прикоснись к ним. Поэтому всегда должна быть молитва. Надо кому-то сказать, ублажили, сделали что-то доброе, когда человек в нормальном состоянии, помолились Господу, чтобы Господь, пример это, Господи, если ты не просветишь его ум, не умягчишь его сердце для моих словес, то враг из меня сделает орудие неправды и искушения.